Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1088. События дня. Псалом 114, 1 стих. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое». За 8 декабря 2018 года. И тут объявление попросили сделать, и мы все время его выставляем. Мать умерла, 4 детей остались. Кто-то может поможет, что-то надо покупать. Дмитрий, Игнатий Тихонович, в прошлую субботу общался с Виталием Калиником. Хорошо и обстоятельно поговорили, познакомились, так сказать. В процессе разговора завели речь о ковчеге Завета со скрижалями. Где сейчас этот ковчег Завета? Ведь где-то он все же есть. Разве храм в Иерусалиме без ковчега можно возвести будет? Если посчитаете нужным, то осветите ее в видеоролике. Спаси Христос. Ну, видеоролика не будет, это... большая тема, и да мне она не нужна совсем. Вот, с скрижалями. Где сейчас? Я тогда пишу ему. Вторая Маковейская книга, вторая глава с первого стиха. В записях пророка Иеремии находится, что он приказал переселяемым взять от огня, как показано. И как заповедал пророк, дав переселяемым закон, чтобы они не забывали повелений Господних и не заблуждались мыслями своими, смотря на золотые и серебряные кумиры и на украшения их. Говоря и другое, подобное сему, он увещевал их не удалять закона из сердца своего. Было также в Писании, что сей пророк... по бывшему ему божественному откровению, повелел скинии ковчегу следовать за ним, когда он восходил на гору, с которой Моисей, взойдя, видел наследие Божие. Придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию и ковчег, и жертвенник кадильный, и заградил вход. Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить вход, то не могли найти его. Когда же Иеремия узнал о сем, то упрекая их, сказал, что это место останется неизвестным, доколе Бог, умилосердившись, не соберет сонма народа. И тогда Господь покажет его, и явится слава Господня и облако, как явились при Моисее, как и Соломон просил, чтобы особенно светилось место. Наталья, отец Игнатий, как они мне нравятся, ваши стихи, богодухновенные. Можно было Виталию дать немного работы, составить ролик, а как было сначала? Спаси Христос вас и общинные труды. Но я не знаю. Попросите его, вы же видите, как пусть сделает. Мне как-то уже и неудобно просить его. Владимир Игнатий Тихонович, так не хотите вы заняться благовествующей поездкой на газели в родовые языческие поместья и эко-поселения и им подарить Евангелие, рассказать о Боге истинном? Это было бы просто чудно. Спаси Христос. Вы понимаете, сколько советов люди дают. Ну, прекрасно, замечательно. Ну, поезжайте пока сами-то, съездите. В одно место. Я куда-то ездил? Нет. Ну, мы-то сколько проехали? 120 тысяч километров. 600 городов прошли. От порта Находки до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика, Север. И посылать нас туда сейчас зимой, ну, просто это... Я и не поеду никуда. Какой поедешь, когда спотыкаешься? Я чувствую, что там, где я бы раньше что-то делал, у меня не так было. Смотришь, не доверху, да, поднял что-то, задел какой-то сосуд... то запнулся. Это все сигналы, это смерти трубы, что конец не настанет царству суеты. Вот такое есть стихотворение. Нет, пока никуда не поеду, Владимир. Давай собирайся один, съезди. Бог тебе в помощь. Но сегодня книги получили, тоже собираются. Вот, пожалуйста. Два по закону у нас положено, кто получил книги, чтобы... Представили фотографии, что книги дошли, мы их должны увидеть. Вот они, книги наши. Вот это красный, один, второй, третий том Нового Завета с полным толкованием, с откровением. Вот получили. В каждом томе 752 страницы. Дальше. Толкование на апостол. Вот.
даже есть толкование вот где-то. У него все есть, и Библия стоит. Это православная Библия. Ну, замечательно. Что сказать? Замечательно. Я вот это... Сейчас второй покажу снимок. Вот он. Получил. Новый Завет. А как так получилось? Он сам себя или фотографировал, или как? В запятки. Володя, я не заметил сразу. Это отражение в этом. Как так получилось, что наоборот, буквы-то? Не знаю. По-моему, он перед зеркалом стоит. Оно в зеркале так вот выглядит. А? Не знаю, ничего не могу сказать. Ну, интересно, я так не видел. Ну, видишь, с этой стороны, тут корешок-то, вот он где. Кресло-то так надо, и том, это, ну, это первое написано, том, нет. Интересный снимок. Сейчас я попробую так книгу подержать. Все, благодарю, с Богом. Ну, теперь что, закрыть надо? Тут у нас очень большой материал сегодня был. Ну и вот такое стихотворение я послал сегодня всем. Иова 37:16. Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании. Что пользы нам от этих книг поэзии и прозы, когда читающий из них не извлекает пользы? Не просто пользы, но душе, как жить, грехом бороться. Для взрослых и для малышей она сестра, не гостья. Число бесчетно томов в библиотеках разных, но место Библии самой не занято и праздно. На все найдешь ответ в чудесной этой книге. Так почему еще ее здесь нет? Я с удивлением вскрикнул. Библиотекарша тотчас засуетилась срочно и для отвода наших глаз несет каталог тощий. Газеты старые, но в них о Боге ни словечко. Попался Лермонтова стих, карандашом помечен. Как будто кладбище теней, запах тлена пыльный. Но снова я спросил о ней. А раньше, значит, были? И тихим шепотом склонясь, поведала смущенно. Приехал как-то местный князь, партсекретарь горкома. Ее он взял, не записал и не вернул два срока. Наверное, верующим стал, признал Христа за Бога. Ей лично Библию тогда открыто подарил я. С ней горе вовсе не беда, она подаст вам силы. Оставил адрес, телефон. Звоните, рад услышать. Однажды слышу, как сквозь сон, меня девчонка ищет. Теперь она давно сестра, нашедшая Иисуса. И ты вот так, осаю страх, душой интересуйся. От этой книги книг и мне простер Спаситель в лани, когда я был и глух, и нем, и на пути изранен. Но он склонился и поднял, перевязал потуже, и на осла, осла меня забрал с собой на ужин. С тех пор для всех библиотек, на всех столах и полках желаю Библию иметь любой овце и волку. Животворящая струя напоит души пьяных, чтоб в человека не стрелять, свои узнать изъяны. 29 сентября 2003 года, Игнатий Лапкин. Псалом 95:2. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его». Матфея 11:5. «Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Ну, человек, который знает, значит, это взято из Ветхого Завета, из Нового, и оно так и есть. Меня интересует, что как вот двое. Слепые и хромые, слепые и хромые взяты вместе. А теперь прокаженные и глухие слышат. Мертвый воскресает и нищие благовествуют. Тут надо еще разобрать, почему они парами идут. Три связки здесь. Ну, видимо, так вот лучше считается. Вот много у нас... это мой мир. Люблю эту систему. Тут фотографии 20. Сколько-то сейчас посмотрю я. Фотографии 22 480 413, кажется, это фотографии. Ну, это форум наш,
большой и православный видеоканал «Открытым оком» во свете Библии. И вот здесь выставляю, а потом замки снимаю. Тут все это сам делал за это время. Ну и есть у нас большой сайт во свете Библии, православный библейский сайт. Тут и книги, и аудио, почти 50 книг насчитано, и вопросы-ответы, вот 4124 ответа только от книг. Какой, что интересует там? Вот, ереси, евреи, дети, деньги. Вот расткнул в них слово «деньги». И в это время сразу пошли вопросы, которые мне задавали в институтах, в университетах я вел занятия. И вот, допустим, так, в Америке в храмах тоже торгуют. Теперь ткнем в это место. Ткнули, а тут и ответ. Я не Карамзин, не летописец, но могу войти в историю, подтвердив, торгуют и воруют. Чистых восковых свечей я там не видел и не нюхал, хотя был на обоих побережных страны. Белые стеариновые свечи – мерзость. Я был на свечном заводике у отца Алексея Макринова. Видел блоки парафина и как идет процесс плавления. И сказал в синоде, вы ничем не отличаетесь от московской патриархии, чем их зело огорчил и настроил против себя до преизлиха. Ну, вот так. Вернуться назад, значит, только сигнал дал, еще и стоим здесь. Сегодня у нас все тут много написали, много. У меня просто и времени нет все это зачитывать. Сижу здесь, смотрю, что-то записываю. Вечерняя в субботу прошла, батюшки-то нету. Без него у нас тут и пели. Все, пока.